На расширенном заседании Комитета Сената рассмотрены проекты законов по вопросам использования атомной энергии. В новом документе вводят нормы по безопасности, которые соответствуют международным стандартам. Как заявил представитель Министерства энергетики, законопроект в первую очередь направлен на обеспечение контроля безопасности и эффективной защиты населения от возможного вредного воздействия. Кроме этого, планируется ужесточить требования к прохождению аттестации персонала, ответственного за безопасность на предприятиях. Отметим, действующий закон, который регулирует отношения в сфере использования атомной энергии, не менялся более 15 лет. Введение всех этих норм позволит нам отрабатывать уже на нормативном уровне документы, которые большую защищенность дадут населению от возможного вредного воздействия. Та же защита пациентов в медицине. То есть будет более жесткая, с одной стороны, и с другой стороны более упорядоченные требования к обеспечению безопасности аппаратуры, которая используется в медицине, там, в промышленности.